Боль – неприятное ощущение, которое мешает работе, ограничивает повседневной жизни и снижает ее качество. Хроническая боль занимает особое место и требует также особого подхода к ее лечению. По статистике, каждый пятый пациент старше 50 лет имеет хроническую боль. Современная концепция лечения боли заключается не только в проработке причины, которая привела к этой боли. Это и вторичная профилактика для того, чтобы боль больше не возвращалась, и проработка тех аспектов жизни, на которые боль влияет больше всего. У кого-то это сон, у кого-то это тревога и депрессия. И надо комплексно подходить к непосредственно причинам ее возникновения. Работа нашего междисциплинарного коллектива направлена именно на комплексную работу с болью. При необходимости приглашаются такие коллеги, как неврологи, нейрохирурги, для решения вопроса о точечных высокотехнологичных блокадах для снижения боли или проведения оперативного вмешательства. Это подбор индивидуального набора упражнений у врача-реабилитолога, проработка болевого восприятия, сопутствующие тревоги, депрессии, связанные с болью, у врача-психиатра-психотерапевта. Именно комплексная проработка всех аспектов, на которые влияет боль, приведет к повышению качества жизни человека и улучшению его работоспособности.